В Лабытнангах состоялось долгожданное событие. После капитального ремонта открылся городской дом культуры «30 лет Победы». Эта радостная веха в культурной жизни города была отмечена отчетным концертом губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра». В обновленном зрительном зале был полный аншлаг. Репортаж Ирины Волокитиной. Настоящим праздником души и ярким фестивалем танца называли зрители отчетный концерт «Палитры». В программе было запланировано порядка 30 выступлений юных танцоров. У каждого номера свой стиль и свой характер. Губернаторский образцово-танцевальный коллектив «Палитра» известен и любим не только в Лабытнангах, но и далеко за пределами округа и страны. Талантливые дети не раз завоевывали высокие награды на конкурсах и фестивалях различного уровня. Именно с их яркого отчетного концерта мы начинаем новую творческую жизнь в уже обновленном городском доме культуры «30 лет Победы». И я сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые напрямую или косвенно, но были причастны к проведению капитального ремонта нашего Дома культуры. Самая большая концертная площадка в городе много лет нуждалась в ремонте. Последние, да и то небольшие работы здесь проводились в конце 90-х. Старт обновлению Дома культуры был дан в июне прошлого года. Затрат и сил вложили немало. Полностью отремонтировали отопительную систему и электрическую сеть. Заменили окна, провели вентиляцию. Исполнили все предписания пожарных. Провели внутренние работы по обновлению стен и пола. Установили новые кресла в зрительном зале. Здание преобразилось и снаружи, и внутри. Новый обновленный Дом культуры очень прекрасный. Очень современный экран. Замечательно все. Очень хорошо, очень уютно, тепло, красиво. Нам очень понравилось. ДК очень комфортный, красивый. Нам действительно здесь удобно. И все очень сделали красиво. Вы знаете, меня настолько переполняют чувства, что сложно говорить. Дом культуры – это мой родной дом. Потому что руководила я сферой культуры 20 лет. И сейчас продолжаю курировать эту сферу, поэтому переполняет чувство гордости за то, что Дом культуры приобрел новое, более современное содержание внутреннее. Но я полагаю, что это непосредственно отразится на творческой составляющей. В юбилейный для города год происходит очень много радостных, знаковых, значимых и символических событий. Сегодня стояли на сцене выпускники, которые родились на стыке двух веков, на стыке двух столетий. И представьте себе, за время своего существования актуальность палитры возрастает с каждым прожитым годом. Сегодня чувство особой гордости было за тех детей, которые своим концертом распахнули обновленный Дом культуры. А ключевое слово здесь – дом. Это дом, который воспитывает добром, теплом, дом, в котором есть старые родители, в котором есть старшие и младшие. И здесь все как положено, все как предполагается в отношении истинных жизненных ценностей, которые делают наших детей успешными. Сегодня в ДК был настоящий аншлаг. В зале родители, друзья артистов, простые горожане, ценители искусства и почетные гости из окружной столицы. И, конечно же, я хочу поздравить всех жителей города Лабытнанги с этим потрясающим, новым, уютным, обновленным Домом культуры. Я сегодня смотрела, как потрясающе, да, играет экран. Вот это техническое оснащение. Этот звук, и звук, кстати, очень хорошо изменился. Но я понимаю, что это не без рук профессиональных звукорежиссеров, но все-таки я хочу, чтобы в этом доме всегда было творчество, любовь, чтобы в этом доме всегда были полные залы зрителей. Полную версию отчетного концерта «Танцуй со мной» губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра» смотрите в эфире Лабытнанского телевидения. Ирина Волокитина, Григорий Волков, Дмитрий Свирит, Алексей Урженко. Программа «Время местное».